принадлежащих к типу членистоногих, подтипу ракообразных, особенно гомарус лакустрис, также известный как гомарус, бормыш, горбунец, рачок, шлёцик. Так, мормыш имеет бурую зелено-желтую расцветку и небольшой размер, до 1 см. Некоторые виды могут достигать величины 3 см, имеет 14 пар ножек, из которых первая пара является многочелюстями, с помощью которых мормыш пережевывает пищу, а вторая пара предназначена для удержания пищи, так называемые гнатоподы. Следующие три пары ножек необходимы для отталкивания при прыжках, уроподы, а оставшиеся пары необходимы мормышу для ходьбы, плеоподы. Мормыш играет очень важную роль в рационе почти всех видов пресноводных рыб, обитающих в водоемах. Также является идеальным кормом для аквариумных рыб и черепах. История названия. Свое название мормыш приобрел из-за способности двигаться в воде боком мелкими прыжками. Также мормыш дал название мормышке – искусственной рыболовной приманке, призванной имитировать мормыша. Также мормыша изображают многие искусственные мушки, используемые в качестве приманки. Среда обитания. Различные виды мормыша обитают в пресноводных прудах, озерах и реках практически всего мира. Самое большое разнообразие видов мормышей на территории России встречается в озере Байкал. Около 250 видов, лапусь, ты слышишь? Хотя озеро-то холодное. Почти все виды мормыша, обитающие в России, хладолюбивы. И летом в теплую погоду чаще всего прячутся под листья подводной растительности. Держатся на дне водоемов, среди камней, коряк, водорослей, в местах с наименьшим количеством света. В ручьях и маленьких мелких речках мормыш часто находится на мелких местах у берега. В зимнее время из-за недостатка кислорода мормыш поднимается со дна кверху и цепляется к внутренней подводной поверхности льда. Он сейчас кусок, прям осколок этого. Целиком заглотил? Нет, осколок скорлупы. А он не подавится? Не, ну как видишь. Но он не поранит он себе ничего? Да я думаю, нет. Ротку. Чем питаются мормыши? Мормыши питаются в основном гниющей донной растительностью, а также с охотой поедают останки рыбы, животных и прочей животной пищи, являясь по сути своей санитарами водного пространства. Также поедают мелких червей, нападая стайкой и разрезая их на части. Ух ты! Ага. Добыча мормыша. Мормыш часто используется в качестве рыболовной насадки. Добыча мормыша происходит несколькими способами. Чаще всего в воду на некоторое время опускают сноп соломы, сухой травы или еловых веток, в которые мормыш незамедлительно забирается. Представляешь, как интересно? Иногда мормыша ловят обычным мешком, привязанным к палке, которым водят около дна. Мормыш цепляется за мешковину, с которой потом собирается добытчиками. Иногда мормыша ловят обычным сачком с мелкой сеткой. В зимнее время мормыша собирают непосредственно с поверхности льда, на которой он цепляется из-за недостатка под водой кислорода. Мормыша сохраняют во влажной тряпке или ветоши в прохладном затемненном месте. Также можно хранить мормышей в аквариуме или банке. Для этого надо насыпать на дно грунт с мелкой воды и воды из водоема, в котором были добыты мормыши в прошлое довольно долгое время. Часто достаточно для того, чтобы вытащить от одной до нескольких пойманных рыб. Мормыш является отличной насадкой для ловли плотвы, окуня, подъязка, ельца, хариуса, сига, байкальского омуля и многих других пресноводных рыб России. Понял? Понимаю. Я сейчас здесь все выключу, что-то он все время зависает. И пойду искупаюсь. Давай. Кис, а ты их не бросишь? Как он здорово ест этого. Мормыша? Мормыша. Блин, целиком прям заглатывает. Да ладно. Да вот, смотри, иди посмотри. Вот сюда, в экран.
Жуть, да? Ну, для него, видимо, это лакомство, раз они с таким аппетитом его кушают. На чем весь растительный? Хотя нет, это животное. Видишь, сглотил все полностью. А эту твою зерносмесь? Они муку съест, и вот эту, я вот эту записал, как она ест. Она туда попадает, каждое зернышко, видно прям. И вот кусочек скорлупы попала, она прямо его сглотила. А ты видел, какие у него трещины? Видать, его роняли. Смотри, прям вот. И ну, вот, может быть, да, может быть. Он, наверное, чуть не умер. Ну, вот наши родятся, будем его глядеть. И этого, видать, роняли. Смотри, какой он стукнутый. Да. Блин, как мне жалко. Соня, когда выложила это все на какой-то там форум. Там фукать начали. Ох, ее там затюкали. Да вот, да вы живодеры, да как вы с улитками обращаетесь. Она говорит, да мы купили таких позавчера. Нет, это невозможно. Как можно ронять? Видишь, выводят там породы, видать, прям вообще. Да. Ох. Ой, видал у нее там язык. Ух ты, ротик. Ротик такой, да. Ну смотри, сейчас она будет следующим малыша брать или. Ну она сейчас ест вот эту вот муку. Потом их надо посадить на стенки, чтобы они пили. Им запить надо будет. Ну сейчас побрызгать сюда вот сейчас прям. Прям на них? Ну пусть поест пока. А то сейчас брызгать начнешь, они испугаются. Смотри, сейчас. Вот, вот. Видишь кусок? Смотри, как он к ним кусок. Опа, мормыш пошел. Да, он в рот помещается, и ладно. А там кишка у них растянутая. Бедненькие, изголодались. Мы же с Соней с утра уехали. Так они спали весь день. Че они изголодались? Ну, во сне изголодались. Ну, во сне, вот они сейчас и едят. Сейчас они поедят, и давай энергию сейчас будут расходовать. Всю ночь будут шарахаться. Ну, все, защёкали, да? Защёкали. Он опять к муке потянулся. А еще знаешь, вот смотри, он рога опустил, вот этот. Сонь, ой, Сашуль. Сейчас, стоп, я за этим слежу. Как он муку мою ест. Вот подлизывает все. Мелкое. Видишь, он рожки отпускает. Видишь, у него как грабли такие, видишь? Да. Кожистые. Пылесосик. Вот он не заграбляет. А там у него они в рот все. Такие кадры в YouTube будут пользоваться успехом. Да, близко ты ее. И раскокуса нету. Ну вот так будет раскокус. Ой-ой-ой. А вон того ты что же не снимешь-то? Побитого. А я не знаю, что он делает. Он аж глаза опустил. Он ест. Ест. Глянь, он целую вот полянку пролезал впереди себя. Видишь? А, то есть он муку ест эту, да? Муку ест. Вон, ну, аж глаза, видишь, вниз свесил. Да, мука состоит из кукурузного зерна, муки пшеничной, калий-магниевой смеси, муки мела, яичной скорлупы. Вот это у нее там смотри, как она сейчас у нее с губы с верхней перекатится все в рот. Да ладно. Смотри. Нет, ей, наверное, мешает это все. Она хочет это убрать. А, неужели сейчас этот кусок слопнул? Да, кусок слопнул. И комбикорма рыбьего для карпов. И для кур несушек. Подожди, давай гамаруса дадим. И гамаруса, да. Подожди, давай гамаруса. И сухого пластинчатого корма. Сашуль, давай гамаруса. Ну вот ты дала. Все. Я тебе говорю, в составе вот этой муки есть и гамарус. Пусть отдельно ест. Ой, а что это тянется какая-то? Чужой какой-то. Не знаю.
Наелась. Дыхалка, может быть, считать. Или какалка. Какалка у нее сбоку. А, она, наверное, подавилась. А, себя она, нет, себя собирает. Да ладно тебе, подавилась. Подавилась, расскажи. Ей, наверное, может, ее тошнит. Да. Она, видишь, себя собирает. Вот, себя сейчас собирает все. То есть это она типа чистоплотная, да? Ну, конечно, еще бы. Уж точно не завшивит. Сейчас их надо в землю запихать, пусть они там умываются в земле. Они через землю, проходя, они очищаются. Что она же себе вот здесь между рожек не помоет. Да, но когда она очищается в земле, она вся пачкается землей. А их брызгать надо. Подожди, Гамарус ей надо подвинуть. Чего она там, осколки какие-то ест? Она же поранит себе эту. Ну, подвинь, я же палочкой подвинь. Вот, на тебе поближе. Все. Сейчас она его занюхает. Вот, взяла. Угу. По-моему, она сейчас упадет на бок, нет? Не знаю. Пьяная. Может, они действительно пьянеют с этого гамаруса? Глянь, они едят, остановиться не могут. Нет, этот отвернулся. А, нет, они же сидели друг, спина друг к другу. Подними мордочку. Вон. Гамарус. Все. Видишь, усики свесил. Вниз. Смотрит. Ему нравится. Смотри, Гамарус защупал. Угу. А Сонька давала им клубнику. Порезала ее тоненькими пластинками. Ты знаешь, они ее как поросят. Да. Ели. Надо у Вали растет клубника. Надо пойти сорвать. Надо нашу эту. Я говорю, черная, как она называется. Давайте попробовать. Кому? Им. Виноградную? Да ну что, что мы едим, как она называется-то? Ну все, не ели мы, как она называется, забыл. Черные ягоды. Ну, а, тютину? Тютину, да. Ну, пусть она сладость наберет сначала. Вот, смотри. Да сладость. Они, по-моему, мне кажется, зеленые будут есть. Слушай, они у нас не лопнут, они уже едят сколько. Ну хватит, надо им туда положить. Куда туда? Туда. В корзину? Да. А мыть их не надо? Подожди. Ой.